как помыть двери. Секреты перекупа. Коврик из багажника. Закрываем салон. И с керхером моем двери. Давай, ну жми. Наверное, ковролин бежать этот. Но он выпадает. Бля, сейчас. Итак, переходим на другую сторону и продолжаем мойку двери. Это трэш, ребята. Вот так вот перекупщики моют двери. После мойки получились. Машина, как говорится, бережной эксплуатации, в салоне не курили. Сейчас я вам покажу, как превращается двигатель весь в масле на двигатель, который вообще нигде не сопливит. Да он не в масле, он нормальный. Ну да, он не в масле, он нормальный. Вот такой вот движок сейчас станет как новый. Обработали двигатель пеной и ждем примерно 10 минут. Немного чудодейственного К2 ускоряет процесс. Сейчас двигатель будет как новый, масло нигде не течет, просто все идеально. Вон, смотри, ты сюда... Оно не текло, блядь. Вон, смотри, в масле все, напшикай туда. Да, вот туда, вон, в дырку вот тут. Да, вон. Да, масло ж течет, видно ж. Бюджет. Уже помыли машину на $3, вымытые двери и двигатель. 80 гривен уже засунули. Бля, у тебя деньги фальшивые. Все, есть, моем дальше. Получается, не битая, не крашеная машина в идеальном состоянии. Ездила бабушка по территории крытого монастыря. Двигатель весь в идеале, масло нигде не течет, ни с коробки, ни с движка. Машина просто супер. Если вам понравился лайфхак с мойкой дверных карт, оцените видео лайками. Ну а на этом все. Всем пока. До новых видео.